Ну что, ребята, есть тут кто желающий на Борзенкова, говорящего, посмотреть? Пока есть такая возможность. 1 и 2 октября на фабрике «Московский шелк» собираемся. Ну, впрочем, адрес и все подробности, как всегда, по ссылке в описании. Что будет? Будет, ребята, второй саундфест, где я буду плясать с бубном, значит, совершать разнообразные аудиофильские обряды и в том числе крутить пластинки и обсуждать их. Значит, там будет три площадки. Во-первых, небольшой кабинет с кабинетной системой. Во-вторых, большой зал, где будут рассказывать про то, как работают стримеры Matrix с колонками, активными колонками марки System Audio. Будет также отдельный разговор про Power Grip, этот самый отечественный фильтр питания, как он работает и как влияет на звук, и зачем он вам нужен. Мы же с коллегой Олегом в отдельном помещении, в специальной комнате прослушивания, которая есть там у ребят из Барнсли, мы будем, во-первых, плясать вокруг системы с самыми недорогими пассивными колонками System Audio под названием Saxo. Видео уже вышло? А, сейчас посмотрите. Экспериментировать будем с сабвуфером, с винилом, со всеми делами. Во втором раунде будет стриминг и опять-таки активный System Audio, причем там отдельная пляска про то, что их можно перепрошить и таким образом изменить звук. И прошивок этих несколько. В общем, мы будем показывать, как это на самом деле работает. Ну и в процессе будем ставить свою любимую музыку, предлагать вам оценить, так сказать, наш музыкальный вкус. Ну и кроме того, вопросы-ответы, вот это все. Что давно хотели спросить, давайте, готовьте. Да, важное, значит, для всех, кто пришел, будет специальная акция. Если вы купите стример Matrix, то вам бесплатная подписка на Кабус на год, ребята. Причем обещают настроить все без вас, до вас, чтобы ты стример купил, включил, приложение открыл и все уже играет. Напоминаю, что вход, как всегда, бесплатный, но непременно по ссылочке в описании пройдите и пройдите регистрацию, потому что места не так много, толпы мы стараемся избежать. В общем, регистрируйтесь, приходите обязательно, а то когда еще?